Ник Нива. Люди навстречу людям. Во вторник в Самарской области облачно, местами дождь, ветер усилится, днем плюс 18, плюс 20, ночью 8-10, выше ноля, ветер юго-западный, 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в дневное время плюс 19, в темное плюс 10, юго-западный 7 метров в секунду. В Тольятти облачно, кратковременный дождь, днем плюс 18, ночью 9, тепла, юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре малооблачно, возможен дождь. Днем плюс 18, ночью 8 с плюсом, юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нейва. Люди навстречу людям.